Участники мероприятия собрались в 10 часов утра у памятного знака «Ангел-хранитель мира». Цель акции – повышение социальной значимости института семьи, ответственного материнства и отцовства, а также сокращение числа абортов. Колонну возглавили молодые мамы с колясками и представители администрации города. Принять участие в шествии пришли более 50 десногорцев. В основном это студенты, молодежь и, конечно же, воспитанники детских оздоровительных лагерей. Завершилось шествие у памятной композиции «Семья», возле которой состоялся митинг. Перед участниками акции выступили представитель церкви, настоятель Якимского храма Воздвижения Христа Господня, отец Алексей, и начальник отдела социальной защиты населения города Злата Бриллиантова. Очень хочется, чтобы в каждой семье города Десногорска обязательно были дети. И мы всегда радуемся, когда в наших семьях рождаются дети. Это очень замечательно, это очень приятно видеть сейчас на этой площади столько детей. И, дорогие родители, берегите своих детей. И очень хочется, чтобы у нас в городе еще было больше многодетных семей. Мы всех рады видеть. Небольшой праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы Дома детского творчества, завершил мероприятие и стал большим подарком для всех участников. Свои сомнения, не парится один нас.